Моє шанування, ви на YouTube-каналі Львів Медіа. Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами. До нашої ефіри доєднюється Олександр Фортуна, начальник штабу РДК. Пане Олександре, слава Україні! Героям слава! Пане Олександре, РДК зараз проводить операцію зі звільнення аграрного заводу в районі Вовчанська. Розкажіть більше, яка зараз ситуація, адже окупанти, наскільки нам відомо, вже 4 місяці знаходяться там в оточенні. Ну, давайте так скажемо, РДК проводить операцію по некоторым секторам на Волчанском направлении, про агрегатный завод пока мы не говорим, комментарии не даем, там боевые действия ведутся, но они ведутся в целом и по всему городу. Во-первых, во-вторых, да, действительно, на агрегатном заводе есть определенный гарнизон, который частично там сохраняется с мая еще этого года. Какие-то небольшие резервные группы туда подходили в течение этих месяцев, но в целом там гарнизон по оперативной информации ежедневно достаточно серьезно уменьшается. То есть на сегодня там, ну, давайте мы будем говорить, что не более одного взвода противника. Угу. А скажіть, була ж інформація, що напередодні росіяни вдарили системою «Сонцепьок» по цьому агрегатному заводу. Що це взагалі було таке? По суті, вони ж вдарили самі по своїх? Ну, ми всі прекрасно знаємо, що життя російського військовослужащого нічого не стоїть, тому вони время от времени и капами по своим же позициям, по своим точкам накопления попадают, и с применением санцепёка, буратино, то есть разных ТОСов и артиллерия. Ну, это нормальная история, неудивительная, так скажем. А как зараз вы опишете ситуацию у Вовчанську? Сталинград. Так, місто в руїнах, в блокаді. Поясніть більше, будь ласка. Ну, на сьогоднішній момент є ряд относительно больших укрепрайонів. Волчанський город практично розрушен. Ті участки, де раніше був частний сектор, понятно, що там бойові дії вести невозможно повноцінні, поскольку там нет ні укриттів, ні каких-то там можливостей для оборудовання огневих точок, чого-то ще. Там просто руины. На сегодняшний день большими, так скажем, относительно удобными и для атаки, и для обороны укрепрайонами является агрегатный завод, являются там два медицинских учреждения, которые находятся в западной части города, и мясокомбинат, который находится на севере. Вот эти четыре точки являются, наверное, самыми такими серьезными укрепрайонами. Собственно, бойові дії ведуться, ну, в їх орбіті, так скажемо. А скажіть, як ви бачите, зараз російське групування, воно підсилюється на цьому напрямку? А якщо так, то хто його підсилює? Колишні ув'язнені, вагнерівці, залишки? Чи це кадрові російські військовослужбовці? Там, на самом деле, така достатньо смішана история. Есть и заключенные бывшие, которые находятся сейчас в армии противника, и мобилизованные, и контрактники. Они, в общем-то, сделали историю такую традиционную для себя, то есть они практически полностью сравняли город с землей и сами себе устранили возможность вести и оборонительные, и наступательные действия. То есть им в городе особо негде закрепляться. Поэтому любое подкрепление, которое они могут направить, едет аж из Шебекина. Из Шебекина по полям там порядка 10 километров до границ города. Ну, соответственно, эта территория тоже контролируется, находится под огневым контролем артиллерии уже сил обороны Украины. И им это сделать сложно. По крайней мере, за последние несколько дней была попытка прорваться на бронированном транспорте, на МТЛБ, для того, чтобы подвести подкрепление. Там было буквально 4 единицы техники, все они были уничтожены на подступах еще к Волчанску, то есть со стороны аэродрома. Вот. Поэтому нет у них особо вариантов на подвоз. Вот. Есть варианты только КАБы, дальнобойная артиллерия какая-то, ну и, соответственно, у них есть еще, насколько нам известно, один «Сонцепек», который стоит на северо-западе
А скажіть, ви сказали, що в них немає можливості так повноцінно підсилювати свої резерви, але як ви оціните ситуацію на Харківському напрямку з тим, що ми заходимо в осінній період, скоро зміниться погода, і ми бачимо, що росіяни на інших напрямках фронту починають стиснути, хочуть витиснути максимум, захопити побільше українських територій, чи можуть вони до сезону дощів спробувати ще один штурм, наступ, точніше, в Харківській області? Я думаю, что полноценно это сделать невозможно, во многом благодаря успешной Курской операции, которая на сегодняшний момент продолжается. То есть они сейчас находятся в такой, я извиняюсь за выражение, вилке. Им надо либо пытаться что-то сделать по Харьковскому направлению, либо пытаться что-то сделать по Курской области. И у них просто не хватает резерва удерживать эти два направления фронта, так скажем. Вот. Поэтому они по Харьковской области находятся, по большому счету, если так глобально мы посмотрим, то в активной обороне. По Курску они пытаются изобразить там какие-то точные контрнаступательные действия, но я думаю, все за новостями следим, видим прекрасно, как получается. Получается не очень. Ви згадали Курську операцію. Для вас особисто Курська операція стала несподіванкою? Следующий вопрос. Ясно, добре, давайте йдемо далі. Ви хотіли би брати участь в Курській операції разом з вашими побратимами з РДК? Я думаю, що це було б отлично, але давайте ми немножко по-другому, в другой плоскости посмотрим. РДК выполняет операции обычно со звездочкой, так скажем, то есть те операции, за которые сложно в силу определенных причин браться каким-то другим соединением, в том числе операции на территории Российской Федерации. А если мы говорим про Курскую операцию, это стандартная большая пехотная история, ну то есть традиционная для больших военных соединений. Нам, по большому счету, делать там особо нечего, я думаю, СУ без нас справляется отлично и с большим уважением относимся. Конечно, если будет необходимо, мы поучаствуем, если пригласят, мы никогда не отказываемся ни от каких операций, но есть и другие не менее важные направления, которыми тоже можно заниматься, тот же север Харьковской области. Вы знаете... фронта хватит на всех, давайте так скажем. На жаль. Пане Олександре, але ви знаєте, я от не можу зрозуміти, чому, обираючи між Суджею і Покровськом, росіяни і Кремль обрав Покровськ, а не Суджу, яка знаходиться, ну це ж їхній районний центр Російської Федерації. От чому такий пріоритет? Може, ви дасте відповідь мені на це запитання? Я думаю, що це системна болезнь управління армии в Министерстве обороны Российской Федерации, поскольку там на сегодняшний момент до сих пор, как и в советские времена, действует система докладов, то есть наверх докладывают все хорошее, не докладывают ничего плохого по возможности. И если мы посмотрим вообще новостной информационный тренд по России, то про Суджу там не особо-то и говорят. Ну, что-то там происходит, но все контролируется, все хорошо. Вот, а Покровск пытаются выдать за определенную победу, так скажем. Вот. То есть это, в общем-то, явление не новое, мы везде его прекрасно наблюдаем, и скорость реакции на подобные вещи, и формат этих реакций. Тут люди переживают за звания, погоны и должности, поскольку потерять достаточно большой кусок своих территорий, ну, естественно, это рано или поздно не окажется незамеченным и голову полетят. Ну, коли ви з побратимами заходили на територію Російської Федерації, ви громадяни Росії, ви заходили, по суті, в свою країну. Якщо ми говоримо про Курську операцію, це Збройні Сили України, це іноземна армія, заходить вперше з часів Другої світової війни на територію Російської Федерації. Оце і якось може вплинути, на вашу думку, на політичну ситуацію в Росії? Я думаю, что нет, поскольку всем известно, что в России
абсолютно отсутствует гражданское общество, так же, как и какие-то политические инициативы и вообще в целом политическая жизнь. Все подчинено вертикали, и все недовольные очень быстро оказываются сначала в тюрьме, потом оказываются на СВО. До речі, мені не пам'ятаю, хто в Російській Думі про це сказав, що в них легалізація злочинності. Зробив злочин, незалежно якої тяжкості, і можеш спокійно відправитися на СВО, звісно, якщо ти виживеш, вернутися в цивільне життя і продовжувати вчиняти незаконні дії. Да, це повсеместна практика, огромне кількість людей, які верят в это, которые идут на это, и даже есть люди, которым это удается. Их, конечно, там микроскопический процент, но мы все знаем случаи, когда даже люди с тяжелыми статьями, они умудрялись выжить так называемое СВО, вернуться назад. И есть люди, которые даже по второму разу потом пошли, поскольку, вернувшись назад, они опять совершили определенные правонарушения, их опять посадили и опять отправили. Пане Олександре, Курська операція, з того, що ми можемо сказати, що нам вже дала, це те, що відбувається обмін військовополоненими. Росія до останнього не хотіла повертати додому азовців, зокрема, і ми бачимо, що ось це відбувається. А з однієї сторони, українські експерти кажуть, що в Москві на це пішли, тому що в Курській області зі сторони Росії це строковики, вони бояться оцих бунтів. А з іншої сторони, от питання, очевидно, до вас. Ви вважаєте, що саме з цим пов'язано обміни військовополоненими? І одразу наступне до вас питання, чи після Курської операції росіяни, які потрапили в полон, висловлюють бажання воювати разом з вами? Я думаю, що мероприятие по обміну – це історія достатньо комплексна, і здесь сложно сказати, що іменно непосредственно курская операция повлияла на то, что начали менять наших побратимов, азовцев на срочников. Я думаю, что, возможно, есть какое-то, конечно, влияние, но в целом это же такой достаточно длительный переговорный процесс с огромным количеством различных факторов, о многих из которых обычные люди, в общем-то, и даже и не знают, и знать им, наверное, об этом и не надо. Вот, поэтому такая слегка конспирологическая эта история, на мой личный взгляд. А касаемо тех пленных, которые попали в плен силам обороны и изъявляют желание воевать в рядах РДК, ну, давайте так скажем. На самом деле они делятся все на две категории. Есть люди, которые действительно хотят в силу определенных мотивационных причин, кто-то хочет отомстить командирам, которые бросили, кто-то внезапно прозрел и все понял, что здесь на самом деле происходит. Но таких людей не очень много. Подавляющее большинство людей, которые заявляют о том, что они хотят к нам, они просто хотят уехать с лагеря и не жить там где-то в изоляторе, а там какое-то подобие свободы иметь. То есть у них мотивации воевать именно нет, они просто думают, что они там как-то проскочат в очередной раз в своей жизни. Вот. Ну, естественно, мы это все фильтруем, но заявки, так скажем, есть. Даже есть заявки от срочников недавних. А ті, що попали в полон в Курській області? Да. А скажіть, ну, мені би дуже, звісно, хотілося, щоб росіяни прозрівали, але це таке. Але як ви бачите, за весь цей час повномасштабного вторгнення, чи збільшується кількість заявок воювати проти Росії, воювати проти війни насправді? Здесь не этот фактор влияет, влияет фактор узнаваемости РДК как бренда, в первую очередь. То есть нас становится больше, мы расширяемся, мы растем, мы участвуем во все большем количестве различных компаний, и влияет это. Ну и, естественно, влияет хороший имидж среди, ну, среди военнослужащих Украины, потому что там у нас есть определенный авторитет, определенные хорошие отзывы, понятный, прозрачный и героический, на мой взгляд, боевой путь.
нас как подразделение, вот это влияет. Чем мы становимся известнее, тем больше людей хотят, конечно, к нам присоединиться. Но какие-то истории глубинного российского народа, срочники, попавшие в плен, что-то еще, оно не особо влияет, поскольку там люди живут в таком достаточно серьезном информационном вакууме, и у нас все равно же есть общение с определенными нашими симпатизантами на той стороне, и там все стандартно и классическая история. Любые какие-то победы выдаются за огромный триумф, любые поражения, они до последнего замалчиваются, либо очень сильно преуменьшается значимость этого. То есть там все стабильно. СВО идет по плану, все хорошо, мы побеждаем. Ну, то есть... Пане Олександре, зараз в контексті захисту українського прикордоння та Курської операції багато говорить про те, що Україні таки мають надати дозвіл на використання західних далекобійних ракет по ударах по російській території, але, зокрема, по військових об'єктах, аеродроми, бази, де зберігаються боєприпаси. Ось ми бачили останні кілька днів, коли Сили оборони знищили великі бази на території Російської Федерації, як все вибухало, які там були салюти. Були різні коментарі росіян на фоні цього відео. Але, на вашу думку, оці удари, якщо вони будуть найближчим часом, ми на це сподіваємося, звісно ж, вони повпливають, по-перше, і на ставлення росіян, тому що вони будуть бачити вибухи в себе, можна сказати, під вікнами. А по-друге, і на ситуацію на фронті, в Курській області, в Харківській, в Донецькій та інших областях, де зараз ведуться активні бойові дії? Я думаю, що це безумовно повлияє, оскільки річ йде про військову інфраструктуру, прежде всего, об авіаційній. Одна із ключових задач, на мій взгляд, це переміщення стратегічної авіації противника вглубь страны, перемещение авиации, которая несет кабы, которая несет фабы, для обеспечения безопасности в первую очередь приграничных городов, таких как Харьков, ну, условно приграничных, ну и, соответственно, во вторую очередь городов, которые уже на отдалении находятся, поскольку сейчас это большая проблема. Армия противника разрабатывает новые управляемые, полууправляемые авиабомбы, по сути, используя старые еще советские запасы, они там постоянно дорабатывают, постоянно модифицируют, постоянно создают большие проблемы, поскольку ну, на сегодняшний день кабы выпускаются с расстояния 70 километров, 80 километров. Мы уже имеем прецеденты, что ударили по Запорожью кабами. Да, 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 да. То есть это действительно проблема, они все знают, и единственный вариант кардинально изменить что-то в этой плоскости – это уничтожение авиационной инфраструктуры противника на тех аэродромах, которые находятся в условной близости от каких-то приграничных регионов. А на вашу думку, що може повпливати на процес завершення війни? Напередодні очільник головного управління розвідки Кирило Буданов сказав про те, що ну, Росія може воювати ще 2 роки, тому що потім в них почнуться проблеми із мобілізацією, із економікою. Але як ви вважаєте, що може повпливати на рішення Кремля зупинити війну проти України? Давайте я вам так на цей вопрос відповім. Ми всі прекрасно помним, как начиналась широкомасштабная война, и мы помним, каким было украинское общество на тот момент, когда был огромный всплеск волонтерского движения, которому большой низкий поклон от нас, от всех, без волонтеров ничего вообще не получилось, как люди помогали друг другу, как люди выходили, несмотря на продвижение бронетехники, просто обычные гражданские люди пытались всеми силами остановить, была, ну, наверное, высочайшая консолидация украинского общества, помощь и поддержка военным, помощь и поддержка флоту, помощь и поддержка и каким-то спасательным организациям, и волонтеры, медики, все. Все были, все работали как один организм. Вот если мы вернемся к этому, потому что на сегодняшний момент есть люди, которые говорят, что устали от войны, есть люди, которые говорят, что их это не касается, и там много еще всего. Вот если мы вернемся в ту точку, когда
нация вся, как один сплоченный организм берет и делает все, что может каждый в этой ситуации от себя предложить, вот тогда мы очень быстро приблизимся к окончанию этой войны. Пане Олександре, я вам дякую, що знайшли час вийти до нас в ефіри і поспілкуватися. Нагадаю, Олександр Фортуна, начальник штабу РДК, був з нами в ефірі Львів Медіа. Пане Олександре, дякую вам. Дякую.